드나 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 Я! Что он делает? Это то, что я бы не забил пенальти, как правило. Попали в машину, прикинь. Ёбаный свет, блядь! Ребят, чего уже встречать? Да, просто пизда, нахуй. Опять говорили, а не...
На В? Не было свистка, хорошо. Все, все. Вешайте с колеса, пожалуйста. Да? Нельзя? Да, это же нельзя. Ты видишь, он уже идет типа... Какой он чувак, смотри, на противоположный. Yeah.
пожалуйста, Даля, ну что ты за исполнение? Ну слушай, блядь, убери этого невменяемого. Что ты делаешь? Да ты рот закрой, блядь, невменяемый. Ну попробуй, что ты за У тебя викинги агрессивные. Ой. И на воротах тут чувак еще руководит. Руководитель на воротах. Так он Витя посмотрел то же самое. Витя это попискивает уже фаза. Врач вон находится, вон палатка, видите, там врач. Можете ее подозвать к себе, она к вам подойдет. Какой культурный молодой человек. Я помню, когда-то тип упал на посреди поля. Начал, короче, орать. Уж это так подрезали по мелкому, понял? Он такой, вынесите меня с пола! Помогай, помогай! Где врач? Вынесите меня с пола! Чуть ли не носилки, короче, вынеси. Там ударю! Но судья такой лояльный, капец. Прикинь, судья бы кричал, да закрой рот, я тут решаю, руки или нет. Мои ассистенты говорят, что руки не было. Убери этого невменяемого. Алло, Серёжа, убираем. Алло, слепуха, тут надо убрать невменяемого. Что, что? Алло, слепуха, тут надо убрать невменяемого. Неадекватно. Ой, Одесса пошла. Что, 4-0 до сих пор? 5. Витя просто не забивает, понимаешь? Он просто тупо не пытается. Если бы он хотя бы просто протестировал ворота, понимаешь? Типа вратаря соперника. Понял его сильную слабость сторону. Тогда бы я еще... Ой, там...
кине, да? Не, нормально. Так это ж не санцепёк. Красиво. Витя, молодец! Шипницкий. Шипницкий? Витя потом найдется. Он просто выбьет шип. Вероятно, сегодня выбьет единственного персонажа, потому что такой по. Надеюсь, что это не перелом включится. А где там? Где она? Там. А что случилось? Батарея упал. Я не знаю, что случилось. Но... А жесткие травмы были? Да, конечно. Переломы в кучу. Скорая даже заезжала? Ну, конечно, я помню, в начале лета я дважды скорую вызвал. За 2 недели. Или в конце весны. Типа. Один тип симулировал, что у него там что-то с пальцем. Я ему вызвал скорую психолог. А что симулировал? Ну, потому что у него ничего не было с пальцем. Ой, Витя, сейф! Скорая его так и забрала, но все же. Точнее, его обследовали и отпустили. Что ты сейчас играть? Ну ты в футбол? Не. Просто помню, что на прошлой неделе летел. Не собираются, пацаны. Не собираются. А те, что собираются, уже играют. На 10. Ну, ты выбрал, да столько так. Предложений, блин, мне еще тип звал тоже на час, правда. Ну там эти, блин, ё-моё. Там а чипы такие. Ты что гонишь, смотри, как они шпилят. Шипай. Типа слабо? Да не. Сильнее, чем мы. Да бейте уже поворота, блядь. То есть ты хочешь сказать, что ты деревянный где-то, да? В сравнении с ним. Бей, бей! Нет, не деревянный, но игра у нас слабее. Плюс поле тут больше. Опа, 6 на 6. Да, 5. Ну 6 на 6 это уже максимум. 5 на 5 в основном. Ой, как хорошо. Можно бить. Нельзя. Ведь я на сейве все сделал. И Витя осталось еще 4 гола закрепать, и нам не все. Только осталось 10 минут. Ну, прекрасно. Пока развели, пока Витя разменялся, понимаешь, молитву проще. Ой, как хорошо, но не точно. Свой забил. Оставай, 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 не трогай. Набирай, набирай, автогол. Автогол.
Алло? 77. Привет. Что по счету, Рэ? Рэ? Угу. А когда ты на работу идешь? Давай дожмем, пацаны, дожмем. А, то есть во вторник тебе можно будет заехать, если что. А ты сам будешь во вторник, не? Я понял. Да в понедельник не надо. Не надо. После приезда вот это собираться. Да? Хорошо. Угу. Если что, выйдем, да. Хорошо. Давай, давай, на созвоне. Угу. Давай. Давай. Ой, как хорошо. Хорош, кто устал, может сесть. Да-да, все, можно сесть. Пацаны, прочь! Ростик, стань ближе к игроку. Да. Стой возле него рядом. Забивай, забивай, бей с ним, бей с ним. Назад, ниже, пацаны, ниже, ниже. Давай, первый, играй. Кидай, кидай, кидай. Дикий пес. Живите вам за сейвом. Дикий пес. Это самое еще. Назад, назад, назад. Бежим, пацаны, давай. Три впереди. Давай, назад. Давай, давай. Круто. Битый нахуй. Это тимплей. Халява. Давай,
Ох, ё-моё, как такое Витя мог пропустить? Ребят, замену кто? Маша есть! Маша есть! Давай, 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 давай! Пересечем все рогами все! Ничего, ничего, нормально, назад, назад, ребят! Слушай, ты вот когда ты таким счастливым бегал, понимаешь? Там такой красивый момент был. Брос, слышишь? Какие ворота? Там тоже момент. Сзади, горишь, убей, отдай! Сзади, сзади! Замена, замена. Бля, пас, сзади, отстоишь. Оп! Помогли! Оп! Халява. Ребята, давайте две замены. Есть свежие люди. Халява. Витя опять. Давай, судья. Да я в одного могу. 28-я. Паша, вот и Олег сидит. Паша, блядь, красный. За одну получил? Все. А тут уже осталось 2 минуты. Мне должен дать передать. Так, минута. Ты, наверное, уставший. Ребят, не обращайте, не облокачивайтесь на леса. Да, спасибо. Я так сам собой, серьезно. Почему этому типа и второй раз уже делаю? Сколько времени? Проблемы с доходящими. Полторы минуты. Да стой, Рома, блядь. Короче, да, напряжно. Шесть минут. Ой-ой-ой! Все, это банка. Прошел через вратаря. А ну что, выколешь, как имеет там будет? Я понял. В следующий раз колесико с нами будете иметь. Не, можно просто поменять. Ну, тут... ну, просто поднять надо будет леса и поменять. Не важно. Это предупреждение. Устное переходящее действие. Рука, давай сюда. Короче. Вот.